Всем привет! Продолжаем путешествовать по миру. Флоренция. Хорошее место. Всем рекомендую, кто будет в Италии. Несколько раз там был. Получил просто удовольствие. Шикарные музеи. Ну, в общем, Италия. Так вот, сегодня мы посмотрим на колонну справедливости. Считается самой высокой. Ну и, в общем, сам достаточно красивый, конечно. Это был подарок папы Пия IV для Козимо де Медичи, Козимо I. 11-метровая монолитная колонна весом 50 тонн была взята из развалин Терм Каракаллы, доставлена в основном водным путем в Флоренцию. Это мероприятие заняло около года, 50 тонн везти в то время. Кстати, часть транспорта контролировал Джорджо Вазари, которого послал герцог Римский. В 1581 году Иовер был увенчан статуей справедливости из красного порфира работы скульптора Франческо Тада и его сына Ромула. Существует легенда, которая относится к статуе справедливости. Компанию мальчишек обвинили в краже драгоценностей у ювелиров в Понте-Векью. Мальчишки были сурово наказаны, но краденого не нашли. И вот несколько лет спустя, во время чистки статуи, было найдено сорочье гнездо, а внутри него были все драгоценности. И вот наконец-то был найден настоящий преступник, сорока-воровка. Но привлечь эту сороку к ответственности уже никто не смог. Такая легенда существует. Вот, пожалуй, и все. Сегодня мы посмотрели на колонну справедливости, которая находится во Флоренции. Пока-пока, до свидания.